О боже, какая сейчас будет деградация. Поставьте оценку тому, как вы посрали с помощью названия фильма «Терминатор». Нечто. Black Hawk Down. Ладно, это смешно. Кровавый спорт. Шутки про говно, они типа всегда смешны. Ну ладно, ладно. О, да. Ну, накрыло слегка, но бывает. Ну, что такого? Ну, что, увольняться теперь, что ли? Я не пойму. Блядь. Ну, спокойно. Ага, хорошая собака. Хорошая, что это такое? Буду. Спасибо за еду. Что? Что? В вчерашнем стриме я ввел такое правило, пока я не уехал. Появилось новое слово «паразит». Не считается. Еще раз повторяю, я вам объясняю просто, какое. «Кста». Я постоянно говорю «кста». Вот. Теперь считается дальше. Вот. И теперь каждый раз, когда я говорю это слово, я дарю по подарочной подписке. Очень сложный вопрос. Ко скольки надо добавить 5 рублей, чтобы было 105 рублей? В чем подвох? Ко скольки нужно добавить 5 рублей, чтобы было 105 рублей? 110? А-а-а! Я подожди, какой 110? Чтобы было 105 рублей. Ко скольки надо добавить 5 рублей, чтобы было 105 рублей? Блять, понимаешь? К сотне? Я просто пытался обойти вот эту вот варшину, ты понимаешь? При этом я сначала неправильно посчитал, но вы знаете, то есть реформа образования, все дела. Даже до меня добрались, до бумеров. Где я могу спать? А, ну да. Что со мной увидели? Как много вопросов временами. Это ладно. Это очень страшно. Хорошо. О, блядь! Это вообще не страшно, ты что ты несешь? О, блядь, это... Да попробуем туда пролететь. Смотри, там трубы раскопаны. Блять. А как у меня. Как у меня откипировалось. Куда одуванчик подевался? Вот что хотел спросить. Здесь какие-то мутировавшие зараженные насекомые, которые хотят меня убить. Поэтому давайте. Падать не будем, хотел сказать. Она. О, боже, спокойно. Ебать! Накомбили, суки. Именно там была паучиха, если к сведению. Где там. Меня эти твари пугают не потому, что они страшно кричат, потому что я при этом не боюсь пауков в жизни. Почему же, сука, я просто ору с них в этой игре? Я не понимаю. Может, это дверь по сюжету, которой нет? Если мы в нее сядем, то у нас времени не хватит на Гринхелл, а мы там должны еще кошку найти. Кошку, понимаете? Алло? Алло. 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 Вы что замолчали-то? Мы закончили на том, что мы, по-моему, выпили все зелье, обдристались, обрыгались, да? Тёма сожрал говно. Потом он упал с крыши и сломал навес. Это вы же про игру. Я что-то я не поняла. Вы думали, реальность жизни это как что? Нет, нет, прекрати все. Так, а мы какого числа играли последнее? Не знаю. Кто помнит? 20.07, наверное, да? А сегодня второе. Да, наверное, где-то так. Плюс-минус. Ну тут 07-20-20, это, я так понимаю, 7 число 20 месяца или наоборот?
Да. Я даже не пытаюсь думать. А я прослушала половину. Я так замолчала, типа, я считаю и думаю. Потом думаю, да не-не. Ты и поняла, что не считает никто в итоге, да? Да. Блядь. Ребята, я к вам веду ягуара. Мы переехали сейчас. Блин, у меня такое ощущение, что поцарапали чуть-чуть, блять. Тупо пол ноги нету. Леопард на той стороне реки. Да, ну да, я выстрелил в кого-то. Ты выстрелил не в леопарда, а в топинамбур, или как она называется? Это хрень. Топинамбур выстрелил, блять. Я не знаю, как она называется. А где леопард? Кусты убил. Нет, я в него попал, он такой и убежал. А, блять. А можете... Хотя нет, не надо, это затянется еще на 10 лет. Не веришь ты в нас. Да. Скажи им координаты, ты шутишь? Короче, я нахожусь на 51-26. Ой, сложно. То есть мне серьезно к вам идти? Вы сами не дойдете? Да мы просто как бы... Человек болеет у нас, понимаешь? Пока ты там непонятно чем. Мы тут умрем. Умираем тут, понимаешь, за джунгли, за эти ёбаные. Ладно, я, наверное, сама к вам приду. Не-не-не, я этот, думаю, они сейчас найдут. Сейчас мы найдем лагерь. Приди. Пожалуйста. Что, мне прийти и показать вам, где наш лагерь? Блять, меня змея укусила! Сука, блять. Все, пойдем. Дайте мне поспать, а то я вас не доведу. Ой, боже, ну сколько можно-то? Пойду грибы поем. Нет, никто не уходит! Стойте здесь! Этот автомобильный шкаф. Чавк стоит. Даша, подожди, мы прервались. Тут где-то что-то рычит. Ой, а вы издеваетесь! У меня нет копья. Блять, он, конечно, за мной, да, пошел? Мы тебя спасем! Мы идем. Он на вас пошел. Блядь, ты кто спасать будет? Я убила его! Мне пизда. Мы уже почти дошли. Так, все, привал. Озеро. Надо было сидеть всем дома, кушать, пить. Кушать, пить и спать. Нормально все было. Нет, поперли за Мизой этой. Все падают, у всех черви вот это. Скажи Тёме, чтобы шел на тебя. Он не знает, где я. Скажи Тёме, чтобы шел нахер! Сука, встань быстро, иначе я тебя уничтожу. Леминги! Шоу, сдохни или умри! На мясо. Держи. Уши. Блин, на землю кинула, не могла вуку дать, да? Вуку. Вуку мне. На землю кинула, не могла вуку дать. Идем за Тёмой. О. Сейчас, подожди, боже. Стой. Может его добыть? Сейчас, стой, нет. Сейчас, стой, блин, не двигайся. Да я его пожираю, понимаешь? Он еще не успевает появиться, а я уже пожираю. Тёма, блин, вкусно. Ты что, сразу съел? Ну да. Так у меня было не полное, она почти кончилась. Я пошел спать. Даша, иди сюда. А. У меня для тебя подарок. Иди сюда. Какой? Какой мне все страшный. За Дашей такие побежали. Что там? Покажи. Блин, я обожрался, как дурак просто. В джунглях такие, блядь, живут, выживают. Лежит такой, объелся. Фу, ебать, можно и поспать. Охуеть, сурвайл. Так и